Да потому что у тебя интернет и слабый. Вот в чем причина. Вот в чем вся причина. А, ну расскажи тогда, чем ты вообще такое интересное по жизни увлекаешься? Ты меня уж извиняй, но вот чем ты по жизни вообще занимаешься, Лил Пуп? Ты чем по жизни занимаешься, Лил Пуп? Расскажи, ага, блядь, это у тебя там тупо фаервайр, вот эти, то есть, типа, в гараже не особо идут. Кого, блядь, у меня, блядь, спутники тут, блядь, стоят, блядь, 10 гигабит в секунду, блядь. Ну, по жизни? Да, да, да. Если я скажу, то что я скейтер, меня твои вот эти зрители не будут бить? А, вот этот попущенный на вот этих деревяхах с колесиками. Ясненько. Ясненько. Вот эти дураки, которые на деревяках с колесиками катаются по городу и пизды получают от всех. Я такие финты делаю, ты же травишь. Ну еще по вечерам говорю, а я, знаешь, я на доске катаюсь, короче, и вот этот рэп читаю, как Оксимирон. А, так ты, получается, дружок Саши Шляпика, да? Чика. Я думал, дед, ветеран, то есть, типа, ко мне с пониманием вот это к новому поколению отнесется. А, так ты, получается, дружок Саши Шляпика, да? Этого как там, Мартини, ой, как его, блядь, вот это Мартыненко, знаешь, да, вот это вот. Я вот дрался с ним, блядь, в Киеве. Да кого ты там дрался, я тебе умаю. Ну, ясненько. Ну, расскажи хоть, блин, вообще, ты, это, сколько тебе хоть лет, ну, так, чисто, реально? Сколько тебе вот реально? У меня сегодня вот день рождения, вообще-то, 54 стрельнуло. Да. Расскажи хоть, блин, вообще, ты, это, сколько тебе хоть лет, ну, так, чисто, ну, реально? давай так. Официальная версия, то, что мне 15. У меня сегодня вот день рождения вообще-то, 54. А, ну вот я тебя решил поздравить, я ж помню, у меня, знаешь, блядь, я, у меня написано, блядь. Я мать родную не помню, когда день рождения, но твою, ну, помню. Да мой ты родненький, спасибо большое. Очень приятно, спасибо. Спасибо, мой хорошенький, дай бог тебе здоровечка. Счастья тебе, вот, спасибо очень. Я завтра куплю себе пивалды, нахерачусь и обрыгаюсь, и потом выебу кого-нибудь, какую-то бомжиху, бля, на остановке. Ну, а чё, бля, спасибо. Такой вопрос у меня есть, блядь. Данил Галиулин, даун, 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 эх, сейчас бы в июне праздник книг к Арнольду Шварценеггеру нигер. Еще 54 где-то. Спасибо. Даун, Данил Галиулин. Так может на рекорд будем идти, там под сотку, ебать. Как раз нормально будет. А, кстати, что по поводу бомжей хотел сказать. Ну ты когда ее будешь, так сказать, оприходовать, вот это ее там селедочку, вот это все. Ты хотя бы, ну, на 20к бутыль возьми с водой, облей ее. Ебать, дружок. Ты знаешь, что я на 20к, мне хватит вообще пол улицы своей выебать. Тут они все дают за косарь. Прикинь. Спасибо большое тебе. Спасибо. Говорят, секс продлевает жизнь. Твой донат продлит мне пару лет. Я буду ебать всех. Ой, извини, пожалуйста. Спасибо. Дай бог тебе здоровечка. Давайте напишу, ты мне адрес напишешь, координаты, я бы тоже туда съездил, блядь, на ту улицу. Ебать, да не худела, братишка. Ебать, не худела. Напиши мне ВКонтакте, я тебе все дам, да. Огромное тебе спасибо за такой контентище, так сказать, за то, что ты зашел, блядь, да, так сказать, с честью поговорил со мной, мне очень приятно. Да мой ты родник, я всегда рад зайти и поболтать. Будут вопросы, хорошо, соси. Да, ой, да, будут, да, вопросы, да, соси. Окей, ой, извини, спасибо большое. То есть обращайся. Хорошего тебе стрима, удачи, всего доброго. До свидания. Целую, обнимаю, соси. Ой, спасибо. Челкарь. Ага, челочник. Извини, блядь, мысли. С хорошего настроения, удачи тебе. Спасибо большое. Пока. Да, блядь.
Чёлочка. Извини, блядь, мысли. Да вырос. С хорошего настроения. Ой. Да, да, спасибо большое. Спаси кого? Никого, блядь. Кого? Да никого! Кого? Иди нахуй. Кого? Никого, блядь. Кого? Никого, урод. Кого? Фу, блядь. Тварь, блядь. Кого? Блядь, соткни рот свой. Кого? Ты ебать ты, тварь. Да, 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 да. Блядь, сука, я не знаю, уже которую неделю не могу спокойно спать. Меня не покидают мысли о том, что я хочу все-таки, наверное, купить билет и отправиться в Нигерию. Там скоро праздник книги будет. Также бы очень хочу навестить Арнольда Шварценеггера. Да, 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 я, да. А, ну давай. Ебать, ну это уже какая-то получается. Ебать, меня выебали. Как? Я же не начинал играть. А нет, начинал. Бля, ой, я идиот. Ладно, ребят, сейчас последний раз. Да, 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 я, да, я. Сейчас вот это последний раз, и все, и выключаю, реально, ребят. Вот сейчас последний раз в игре, и все, и вырубаю ее, да, реально. Последняя победа, да. Блин, ну ты видел, какой парень пришел? Не, ну а че, он такой симпатичный, ничего такой, челочник. Нормально, у него прическа-то, как куда, хорошая. Девкам такие нравятся. Да, Артурчик? Да, 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 я, да. Не, ну он такой, знаешь, как я ему погоняло дал? Ебать, и вот знаешь, какой ему погоняло идет? Очкодав. Очкодав, да, да. Щелочный очкодав. Да, 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 я. Да, я, да, я, да, я, да, я. Ну, либо просто потлач. Привет, Патау. Кто сказал? О, это моя любовь. Привет, малышка. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, Вероника, моя любимая. Как дела? Привет, Валерка. Привет, моя хорошая. Я скучал, я тебя хотел здесь увидеть. Я не думал, что нас снова сведет судьба вместе. Очень приятно слышать твой нежный голос. Я очень скучал. Да. Привет всем. Ебать, один нахуй. Что возьмем топ-1? Да, 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 да. Да, да, я. Вот главное сейчас мои команды слушать и обязательно действовать так, как я скажу, потому что я являюсь командиром, который неоднократно побеждал. Да, 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 я, да. Вероника, ну расскажи, как твои дела. А можно тебя попросить? Да, конечно. Все для тебя, малышка. Арр. Да, да. Вероника. Я тебя слушаю, Вероника. Хочу песню «Чику-чику», чтобы ты зарап... Как чику, ты мой брат, стример? Я Мау. Мау, Мау, солнышко. Гаркуй, девчонка! Ебать, пятый хата! Да ладно, блядь, Екатерина, да ладно, это твой братишка? Такой, ну, красивый. Ебать, а ты мне скинь свою фотку тогда. Может, мы с тобой станем с родственниками? Фериней, твой братишка. Спасибо, моя хорошая. Спасибо, солнышко, спасибо. Спасибо, малышечки. Нихера себе, блин. Это какие-то миллионеры, блин, украинские. Это, наверное, это депутат. Это этого, Ляшко, сыновья. Ебать. Спасибо, солнышко. Дед, беги на дорогу быстрее. Сейчас, 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 солнышко. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, 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 я. Надо уехать быстрее отсюда, пока тебя не убьют. Меня не убьют, потому что я не убиваем. Я вак. I am old man. Ты сам сдохнешь, блядь. Сам. Спасибо большое за такой большой донат. А. А смайлики новые будут? В смысле новые смайлики? Вот как понять новые смайлики? То есть убрать старые и добавить вместо них новые. Новых слотов нет для смайликов. Ну новых слотов нет для смайликов. И удали половину старых, мне вообще не нужно. Ну мау, бля, мау. Я как-то написал у себя в группе...
Ну, то есть, какие там смайлики, просто многие хотели принять в этом участие, но мне такую ебень скидывают, прям вообще, ну, давай, я не поехали, знаю. Погнали. Реально, блин. Я не поеду с тобой, я только с Вероникой, ясно? Ну, садись. Садись. Нет, садись. Я хочу, мы команда, ясно? Мы хотим, ну, пошли, найдем машину, 4 пойдем, места. Пойдем, да. Так поехали, по дороге поедем. Поехали. Бля, меня заберите на... Слушай, пошел так, нахуй. Она может на твой хуй прыгнуть и поехать. Бля, Вероника, ну, кстати, неплохо. Ебать ты дерзкий, да. Садись, Ник. Кто, я дерзкий? Да. Я могу еще и въебать в пиздак. Еще бьешь, Ник? Ты че? Я... Ребята, я сейчас найду машину, я приеду за вами. Сейчас, да, сейчас. Какой-то Нигерии, тут вообще машин нет. А вон стоит, не? Хуй по губе. Сейчас. А, ну эта карта просто хохуевая. Онежка хуесос. А вон машина, да? Хуйна. Вот. Да, 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 я, да. Сейчас, Вероника, солнышко моя, любимая. Я сейчас за тобой приеду, моя сладость. Рррр. Да, 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 я. Кто, кто, кто? Деньги, успех. Слушай, дед, а как тебе шибали авиа? Ой, ебень, блядь. Хуила. Не машина, блядь, а дерьмо собачье писюн, блядь. Конча, а вообще-то тоже мотору поперестрит. Обезьяне хуй, блядь. Хуёво. Залупа. Не. Лучше, блядь, Деву Нексия. Садитесь, блядь. Вероника, иди ко мне на кукан, на машину. Я сейчас здесь. Вероника, проходи сюда. Бля, я модератор в чате есть. Кто, типа, кто? Панда. А, панда, это хряк. Ему не дала вот эта вилка. Вилка ему не дала, вот он и бесится, дурачок. Каркуй, моя хорошая, каркуй. А вот того мы не заберем, потому что он лох. Он дурак, он меня кроликом назвал вообще-то. Он еще сказал, что я типа дурак, типа лох там. А я мне такое, ну, не нравится, ясно? Потому что я не крол, я енчик. Да-да-да, я-да. Я пожилая гума-буба. Да-да-да. Блядь, завис. А нет. А да. А нет. Ебать, сейчас. Ай, блядь, дружок. Чуть не раз ебался. Ебать, нормально, блядь. Да, я накрыл, да, сука? Ну, сейчас будет у нас топ-1. Я пожилой господин, да, тварь? У, сука. Да. Я сегодня обновление скачивал для компьютера. Ну, то есть оно само скачивалось, устанавливал где-то минут 40. Дед, да едь аккуратнее. Я, малышка, ты не переживай, со мной не пропадешь. Я тебя довезу, куда тебе надо. Аккуратно. Да, блядь. Лаги. Вероника. Шо? А тебя как с семейным положением сейчас? Не слышу. Вероника, как у тебя с семейным положением сейчас? Все серьезно. То есть у тебя есть, да? Есть, да. Я понял. Ну, если что, ну, статуя, не статуя, ну, подвинем правильно, да? Да, да. Это хорошо. Ну, надеюсь, он хоть не очкарик какой-нибудь, не? Не. Не Саша, не. Сережа. Сережа, ну это тоже. Да ё, блядь, я аж уебался, услышав такое имя. Сережа, это тоже очень не особо хорошо, конечно. Ничего, блин, надеюсь, у тебя это не последний, правильно? Девочка-то умная, взрослая уже. Да. Сергей.
У, сука. У, сука. Долбит нормально. Да. Блять, вот суки. Убили мою принцессу, твари. Пизда, я сейчас там буду... Ай, блять, ебать, ебать, ебаный рот, я выебаль. Блять, ебало в рот, ебать, порви тому ебало, блять. Ебать, ебать. Ебать, ебать, ты чё, не мог действовать, как нормальный мужчина, блять. Пизда, лаги, блять. Ебать, ты попущен. Блядь, что-то протыкал. Пиздец, я думаю. Ебать ты ебач. Ебать ты реально ебач. Ты реально сам ты блядь, сука. Хочешь, я отсосусь? Ну ладно. Вероника, ты тут? Вероника. Не, Вероника, тебя не слышит уже. Ясно, блин. Капец, блин, перед Вероникой неудобно, ведь я профессионал, она так получилось. Вероника, блядь, сука. Да, я. Я пожилая манда, блядь. Это все, блядь, ебать за руи. Ебать, ладно, последний все. Все, вот это точно финальный, блядь. Финальный раунд. Ебать, заебал мне этот ебаный сучий рот, блядь. Кашель, блядь, ебать, блядь, ненавижу, суку. Тварь, блядь. Ебать, тут туберкулез проклятый, блядь, активизировался, сука. Ну, чё там? Привет, дружок, отсоси пирожок, я тебя рот ебал. Алло, привет, команда. Здравствуйте, уважаемые игроки Батлграунда. Привет. Привет, дружок. А как зовут? Можно, пожалуйста, имя узнать? Ну, прочитай. Ясно, иди нахуй. Что ты там гакаешь? Ты чё выгла, блядь? Давайте на мою метку. Кого? Кого, блядь? Школьник, иди нахуй. Ну, попробуй, попробуй. Если тебе меньше 15, тогда иди нахуй. Давай на школу. Иди нахуй. Читай, Карен, еби баран. Кого, блядь? Я не услышал. В другую понял. Сторону, первую. Не понял, повтори, бля, не услышал. Чего ты там сказал сейчас? Не понял. Ай, бля, надеюсь, у нас в команде, бля, человека по имени Захар нет, все нормальные ребята. Нема чмошника с таким именем чмошным. Давай, дома. Да иди ты нахуй, бабайка ебаный, чмошник. Ебать, это тот аутист, мой брат. Он сильно беременен, каждый день пытается исполнять. У него, как говорят врачи, временной залог. Теперь его порадовать, пока он не будет. Он ебать, хотел с тобой поговорить. Спасибо, что счастливо. Ебельное дерево. Ебать, охуе. Халажина. Хай, крош. Ебать, ха-ха-ха-ха, Дениска. Тут мой брат аутист, ему он болен, ему каждый день 15 лет. У него, как говорят врачи, временная залупа.
Ебать, ты кто, дружок? Иди нахуй, пирожок. Ебать, меня чуть не выебали, блядь, невидимая сила. Сейчас, ай, блядь. Ага, блядь, ебать. Не подходи ко мне, не подходи ко мне, дурак. Не подходи, ясно, блядь? Не подходи, дурак, школьник. Не подходи, я, сука, убиваю, пойми меня, блядь. Лё, а кто это? Это случайно не моя девочка, вот эта? Кьяртху. Это не моя случайно принцесса, с которой у меня был секс. Ну, Эйярт, Вероника. Сейчас. Это Вероника, наверное, дедова. Сейчас я по кардану посмотрю. Ну да, вроде она. А, это Ебыч. Так ему сейчас пиздак тогда набью за то, что он заруинил предкатку. Ебать. Спасибо, мой хороший. А, ты не туда. Хорошо, я очень рад, что... Спасибо, Екатерина. Пускай мне пишет ВКонтакте, мы с ним пообщаемся. Это вообще не вопрос, моя хорошенькая. Спасибо тебе большое. Я всегда рад общению. Адекватному общению. Сейчас голосом Дениска. Эболу подхватил в Нигеры. Кто, кто, Дениска? Кто, чучело? Кто? Спасибо. Кто, кто, Дениска, тварь? Кто? А, пинки ебаные. Ля-ля-ля. А, я-да. Хуя, дух. Ебать, ну это уже какая-то спрошилка, блядь, получается. Диагональ МК и ВСС, да? Заткни пиздак, ебаный мудак, я разъебал тебе ебало, ебало, ну нахуяло, блядь, нахуй ты заебали свои пиздалы, ебаный ебало, блядь, бучка, нахуй, сучка, ебудь, вонючка, пиздучка, блядь, хуя, блядь, тара-та-та-та, хуета, блядь. Да заткнись. Заткнись, школьник! Гадость. А, нет. Да, ебано. Хуя, блядь. Тварь, да, блядь? А где мой персонаж? А, нет, все давно. Ай, блядь, дружок, соси пирожок. Ха-ха, чуть не уебался. Ха-ха, прикол. Заткни, ебал. Извини. Кто, я? Да, ты, а может быть, ты? Ты что, дурак? Ну, на тебе цветы. Ха-ха, ты ебло. Ха-ха, на тебе. Ебать, иди нахуй. Ха-ха, иди нахуй. Еба, еба. Ты что, ебастус? Ха-ха, ай, блядь. Блядь. Да, блядь, что ты делаешь, а, сука? Ха-ха, иди на, блядь. Ха-ха, ты чё, ха-ха, ничего, ха-ха. Ебать, отъебался, ха-ха. Ай, блядь. Пизда. Блядь, ебать, я упал. Блядь, машина упала. Слушай, а так можно остаться незамеченным? Деда, солнышко, ты сегодня такой красивый. Скажи, пожалуйста. Что Андрей Ложкин попущенный? Андрей Ложкин. Выезжает конная милиция. Вот Ложкин его номер КСТ-8-999-136-27-25. Банально. Спасибо, сейчас Ложкин, Андрюха, хуюха, ху. Андрюха, хутевуха. Спасибо, спасибо. Бля, я болею, пизда, бля, братишка, извините, если что не так с меня с голосом. Слушай, извините. А у тебя ангелина или что? Я не знаю, мне просто я простыл, у меня горло болит, мне кашель заебал, и ночами не сплю практически. Второй день, а, прикидываешь? Меня... Ну, а, прикидывай, у меня, короче, хроническая ангелина. Не, ну, ну, у тебя же, ну, тебе же, ну, нема кашля вот этого, да? Не, ну, она, просто у меня сперма на гландах, и все. И температура 40. Не, ну, я сперму тоже, но мне говорят, я тоже, ну, брызгнул себе в стаканчик, с водой размешал, глотнул, ну, блядь, невкусно, но как белок. Вот, там шкила, шкила бегает впереди. Кто, кто вот, шкила? Данин, Доми. А у меня нету оружия, дружок. Тогда беги утазить. Ну, сейчас. Ля, ебать. Тут был сморч. Ля, сука. Ебать. Ля, сука. Дениска, уйди, даб-даб-даб, яда-яда. Кто, кто, Дениска, дружок, кто? А кто, Дениска, да, вот здесь? Ебать, а что за оружие такое интересное? СВД, что ли? А ебать, ля, какое. А, да хуйня полная. Это смертоносец. Бери хилку, если надо. Ебать, шкила, пнида. Ха-ха-ха, шкила, ебана. Ебать, их там два! Б!
Блять, отъебали меня, ебаный в рот, блять! Я отсосал, как обычно, меня ебали отлично! Сука, и маску уронил, блять. Да, сука. Да. Ужас, ужасно. Ужас просто невыносимо. Я ебал сильно. Кого? Никого. Иди нахуй, дрянь. Кто? Я дрянь? Да иди ты нахуй, ты тюфяк. Я тюфяк? Да. А может быть ты? Ну на тебе, цветы, держи, держи. Ты чё, ебло? Ну на тебе, дурак. Ля, отъебись ты, на, пятак. Ай, блядь, больно. А мне похуй. Ты чё, ебло? А мне похуй, тварь. Не тяни кого-то, ну и всего тебе самого сладкого, малыш, крепыш. Мой ты стал сладенький, спасибо, дружище, очень приятно. Спасибо, мой хороший. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, спасибо, Сережа. Сранка. Заебись, блядь. Ты чё, еблан, блядь? Да иди ты нахуй! Какаешь. Дед, а? Я 1к задонатил, а ты для меня не репанулся. Сейчас. Даже росписи нет. Да-да-да. Проебал, косарь, сука, пресс F. Ссылка удалена. Да-да, понял, дожду, мой пожилой аферист. Ебать, ебаный, бля, ебучий, бля, ебать, бля. А, сейчас, все, сейчас, дружочек, нахуй ты, нахуй, тут это мне сейчас сказал тут. Сейчас все будет, я как сказал, так и сказал, ясно? Потому что я сказал. Я человек слова, если я сказал, то я ебал корову. Ой, в смысле, спасибо большое. Сейчас. Забросили американцы шпиона на Украину. Идет он по деревне. Видит. Сидит дед. Здорово, диду. Здорово, американский шпион. Якой же я американский шпион. Диду. Харный украинский хлопец. Якой же ты украинский хлопец. Хуёво. Нигер губатый. Чего ты, блядь, сказал, осуждаю, дрянь? Ты чего сказал, блядь? Ты вообще, что ли, не адекват? Уязвимость маски, это ангина, даб-даб-даб, я ты да, чего я сказал, да. Ёбаный рот, блядь? Ты чего там сказал? Ты что, совсем, что ли, блядь? Ты куда пришел, блядь, неадекватный, блядь? Я человек серьезный, блядь, пожилой, блядь. Как ты смеешь, блядь, вот такие вот свои эти самые анекдоты рассказывать? Иди ты в задницу. Я против такого. Я крайне неприятлив, блядь. Мне неприятно, блядь, было, ясно? Ты лох. Спасибо, солнышко. Все, я тебе сейчас расписался, яичный писюн. Спасибо, отсоси, пожалуйста. Ой, извини, солнышко, отсоси, извинись. Ой, сосись, ой, блядь, сися. Ой, солнышко, заебись. Спасибо большое. Фух, ребят, правда, пойду я уже отдыхать. Всем спасибо, ребят, большое. Буду лечиться завтра, надеюсь, ну, мне будет не хуже, а я снова буду с вами. Хорошего, ребят, настроения. Прошу прощения, что я простыл немножко. Что я, ну, немножко простыл и немножко не могу сильно так рэп читать. То есть, ну, насилие прям реально. Всем хорошего настроения, ребят, не болейте, удачи вам, спасибо большое за поддержку, люблю вас, целую, обнимаю, жду вас завтра на этом же месте. Хорошего настроения, ребят, обнимаю, и сосите, пожалуйста, извините всем, бля. Я пойду спать, солнышко. Да. Хуна бара чубрики, ой ля ля, ой ля ля, хуна бара чубрики, ой ля ля, ой ля ля, Деньгами приходится делиться. Да иди ты нахуй, ты хуила, блядь. Ты чё, тварь, блядь? Ты реклама ебаная. Ты тварь, скажи, блядь. Ты чмо, блядь. Ты тварь, блядь. Какого хуя у меня реклама ВКонтакте, блядь?
тварь, блядь. Я хотел рэптих чудес, блядь. Говно, блядь. Кусок дерьма, блядь. Слышишь, ты тварь, блядь. Ты меня сейчас ВКонтакте, блядь, свои вот эти... Все, блядь, чмо, блядь. Здоров, Юранус. Спасибо, 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 спасибо. Кого, блядь? Это дальше реклама, блядь, такая ебаная, блядь. Раз, два, три. Все, ребят, хорошего настроения. До свидания. Люблю, целую, сосите. Ой, спасибо всем, ребят. Пока, не болейте. Что значит одиночество? Мы не принимаем себя, потому что мы все ангелы. Скажи нам о любви. Любовь скажет нам все обо себе. Любовь — это труд. Труд — это любовь, ставшая зримой. Скажи нам о любви. Любовь скажет нам все обо себе. Человека, когда у тебя нет сил. Главное быть человека, когда у тебя нет сил. По-человечески относиться к людям. Стараться не закрываться в себе. И просто быть человеком. Вома даже как много вандорн. Сила кровати летай. Надо быть с тобой в океане. Надо быть с тобой в океане. Ты. Мое послание это любовь. Мое послание — это внутренний свет. Мы рискни быть настоящим. Там же стоит рискнуть. Настрой себя безвременно, чтобы близость твоя была чрезмерной. Стань правителем своего мира. Мы всех людей любим, мы все люди, мы все друг друга любим. Мое послание — это любовь. Мое послание — это внутренний свет. Мое послание это любовь. Мое послание это внутренний свет. Правителем своего мира.